Модель ТСС СДГ 5000EH, номинальная мощность 5 кВт. Данный дизель-генератор производится в Китае. Двигатель воздушного охлаждения 4-тактный. Ресурс двигателя по нашему опыту составляет примерно около 1000 моточасов. Расход топлива на данном дизельном генераторе приблизительно 1,1 литр в час, зависит от подключенной мощности. Объем топливного бака данного генератора составляет 12,5 литров. Тип запуска данного генератора электрический. В комплектацию генератора входит аккумуляторная батарея, комплект проводов для подключения, комплект колес для транспортировки и инструкция. Гарантия на данный дизельный генератор составляет 12 месяцев. Данный дизель-генератор имеет панель управления. На панели управления расположены две однофазные розетки. Одна силовая, одна стандартная на 16 ампер. Также расположены два выключателя автоматических. В случае перегрузки они срабатывают. Есть выход на 12 вольт, вольтметр. Контрольная лампа низкого уровня масла. И, соответственно, ключ запуска. Мы имеем свою сервисную службу. Также осуществляем доставку необходимого вам оборудования в любую точку СНГ.